По одной полосе в каждом направлении. Ширина дороги почти 8 метров. На переулке Бахарова укладывают асфальт. На участке трудится с десяток сотрудников ДЭП. Работают самосвалы и тракторы. Сейчас здесь укладывают первый слой, выравнивающий. Его высота в разных местах от 5 до 7 сантиметров. Используют пористую смесь щебенки. Сначала слой насыпают асфальтоукладчиком, затем проходят по нему катком. Транспортная артерия разрезает частный сектор. Вдоль почти 60 домов. Местные жители признаются, дорогу ждали. Временные трудности, шум и пыль от тяжелой техники не смущают. Знаете, что нравится? То, что будет меньше пыли. Здесь была разбитая дорога, пыльная. Так сейчас будет, видите, как хорошо. Первые рабочие в оранжевых жилетах здесь появились в минувшие выходные. Планируют пройти свыше километра от Крылова до Карла Маркса. Это очень хорошее сообщение. Бахарева по прямой, не надо объезжать. Очень отлично. Спасибо нашим властям, спасибо городу, что наконец нашли деньги, чтобы построить эту дорогу. Совсем скоро приступят к укладке второго слоя асфальта. Толщина покрытия составит более 12 сантиметров. За качеством работ ежедневно следят специалисты. Срок текущего ремонта по данному объекту определен как август месяц текущего года. Работы будут завершены после предъявления подрядчикам акта выполненных работ должного качества и подписанной техническим надзором. Переулок Бахарова не единственный горячий участок бобруйских дорог. Накануне рабочие завершили укладку асфальта от улицы Урицкого до Октябрьской. Также подняли колодцы и нанесли разметку. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.